Привет всем! Сегодня я хочу снять видео про то, как я буду делать удочки для зимней рыбалки с ПНД пластика. У меня был небольшой кусок, и вот уже начал ее немного делать, пытаться. Вырезал я такую полоску длиной 18 сантиметров. Сверху она идет 2 сантиметра, внизу, где будет рукоять, 3. Вот такой вот пластиковый болт, можно сказать, шпилька пластиковая, нарезанная. Кусочек пластмассы был, нарезал на нем резьбу. Сюда будет крепиться катушка, тут немного не там просверлил, ну, или заплавлю, или так оставлю. С этой стороны я уже такую шпильку вкрутил, обрезал, ничего нет. Ну, сейчас буду изготавливать катушку, надо будет вырезать так, ну, с этого листа 2 круга и между собой их потом соединить. Ну, все покажу. Смотрите. Так, ну вот, получается вот такая вот катушечка. Вот сюда вот она одевается. Получается, ну, сточил одну я сторону, вторую между собой склеил их, ну и просверлил дырочки. Вот здесь вот нарезал резьбу, такой вот алюминиевая проволока, тоже в ней нарезал резьбу, она сюда вкручивается, не знаю, на клей, наверное, я посажу, накручу сколько надо. Потом сделал вот такую вот гаечку, можно сказать, штопорную, которая будет штопорить катушку. Тоже с этого же пластика ПНД. Просверлил, резьбу нарезал. Все. Немного это уже затянули, все, она еще тоже можно. Все. Попустили. Ну, думал сначала вот этот не делать пинтик, потому что можно пальцем в отверстие сюда втыкать и вот так мотать. Ну, думаю, поставлю. Так, теперь дальше. Надо будет здесь сделать, нарастить еще один. Ну, я уже немножко его подготовил. Вот такой вот кусочек. Вот сюда вот его припаять, приклеить. Попробую спаять его еще между собой. Просверлить вот здесь вот, или, я не знаю,
У меня дома нету сверлильного, ничего. Ни станка, ни дрель. Все на работе. Попробую, может, сейчас склеить их и проплавить. Ну, посмотрим. Чтобы сюда втыкался хлыстик. Ручку с пробки. Пробки с подвина. Я не знаю, сколько у меня тут. С трех пробок, наверное. С четырех. Я с трех, наверное. Потому что вот эта боковина. Пробки сваренные сначала. Ну, не с подвина, а с под шампанского. Отваренные они. Имели такую форму. Сейчас они ровные стали. Я их порезал уже. И я их, наверное, положу. Ну, по две. С каждой стороны. Отсюда две. Отсюда две. Ну, что-нибудь как-то так. Наклей, шлифану. Ну, должно прикольно будет смотреться. Так, переклеим сейчас пока мясо. Потом возьмем паяльник, попробуем спаять для надежности. Предварительно до этого зашкурили. Так-то он глянцевый такой. А вот уже после наждачки он получается пластик. Ух ты, блин, быстро как схватился. Ладно. И вот здесь вот нам надо будет просверлить, прожечь. Или проплавить. Ну, что-нибудь придумаем под хлыстик. Единственное, что в этой удочке будет покупное, это только хлыстик. Я его уже, кстати, купил. Сейчас покажу. Вот такой вот хлыстик. Я не знаю, сколько он. А, он тоже 18 сантиметров получается. Да. 15 рублей. Ну, можно будет потом, если что, подлиннее. Да и такого вполне хватит. Эти удочки делаю я для ловли корюшки, окуня, плотвы. Планирую 5 штук сделать таких. Не знаю, на сколько сил хватит. Так, ну, в принципе, склеились. Вроде бы все части более-менее. Сейчас включил паяльник. Попробую этот пропаять. Пропаяем. Наверное, проплавим отверстие. И будем зачищать рукоятку. Тут подшкурим. Давайте попробуем. Что она получится у нас. Ну вот, как-то так вот получилось. Не знаю, лучше стало? Нет.
Я, кстати, слышал, что ПНД пластик, если его перегреваешь больше 70 градусов, он начинает лопаться. Ну так он гибкий, а когда перегрел, он трескается. Не знаю. Теряет свою эластичность. Так, теперь проплавим отверстие. Проплавлять буду таким способом. Горелкой нагрею сверло и буду просовывать его в отверстие. Ну, снять не получится, потому как в помещение у меня придется выйти из помещения. Проплавлю, покажу. Ну, вот что у меня, короче говоря, ребят, получилось. Проплавил я его. Хвостик достается. Плотненько сюда залазит. Ну, не знаю. Не знаю, что получится. Как оно дальше? Не отломается ли оно? Хвостик гнется. Что еще хочу сказать? Хотел еще одну сюда такую тоже наложить. Пластиночку. Ее тоже насквозь или прожечь, или просверлить. Чтобы, допустим, хвостик снял. И вот так вот его засунул. Чтобы удочка как бы собиралась. Ну, не знаю, может в дальнейшем так сделаю. Пока мне так оставлю. Теперь все это зачищаем наждачкой. Так, ну и вот, что у меня получилось. Вот такая вот удочка. Рукоять. А, кивочку задел. Пример. Так вот, вот затянуть. Нормально зафиксировано. Пустил. Не знаю, этот пока месье. Пимтик не на клей не сажал. Я думаю его закрутить. Он по резьбе. И на клей. Ну не, пускай так пока не будет. Вот вообще так я оставлю. По итогу. Я планировал сделать 5 таких удочек, но сил у меня хватило только на 3. И они все 3 у меня, ну, немного разные. Вот сравните, если, допустим, ручки. Одна у меня из них получилась ручка подлиннее. На этом ничего страшного. На этом у меня пробки. Почти не хватило. На этих двух я сделал вот такие вот гаечки. Тут такая гаечка. Еще две. Не знаю, наверное, доделаю.
Просто у меня остались катушки, я сразу нарезал на все 5. Там на видео видно много кругляшей таких. Остался ПНД пластик этот. Пробку, думаю, найти можно будет. Идти докупить хвостики. Как-то так. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся.